Всем привет! Вы на канале Схемова, и это Забеги со зрителями. И сегодня у меня в гостях один из моих зрителей-подписчиков, Никита. Привет, Никита! Да, здравствуйте, зрители. Привет, Схемов. Как дела? Ну, в принципе, все отлично, все пучком, все путем. Как настроение? Тоже хорошо, так как сегодня хороший день, в принципе, да. Все нормально получается и так далее. Боевой дух есть, сейчас будем рвать всех? Или будем сами ложиться? Ненавижу этот туннель, честно говоря. Но... Это ты меня сам туда позвал, ненавидит он этот туннель. Смотри. Тебя уже сложили, да? Я имею в виду вот этот проход. Нет, я за тобой спиной. Я имею в виду именно этот проход. Ой-ой-ой. Я предлагаю брать штурмом вот это окошко. Потому что если они сейчас возьмут его, нам будет очень плохо. Внизу C4 наложили или эти, как клейморы. А, уже убрали. Пойдем, повоюем с ними наверху. Хорошо, так, давай. И давай познакомимся с тобой, расскажи немного о себе, откуда ты, сколько лет, где живешь. Ну что ж, мне 15 лет, я с Прибалтики, то есть с Латвии, страна, как я знаю, славится с морем и пляжами, вот. Морем и пляжами, да. У вас курорты есть какие-то там, приезжают к вам? Ну, в Юрмалу приезжают, бывают эти, типа, новая волна, все такое, эти русские звезды, всякие, типа, так, так ты на все это ходишь и смотришь, да? Нет, конечно. Честно говоря, не особо интересуюсь. Интересно, да? Я тебя сейчас подниму, живи. Давай. Так. Отлично. Так, ну, да. Что ты там сказал? Я уже не услышал тут поле. Я пойду прорвусь, может упадут. А-а-а! Все, я сдох там. Жестко слишком. Не, я здесь обычно этот брал. С тепловым. Понятно, так. Что ты там рассказал-то? Ну, то, что не особо интересуюсь, в принципе, этим. Делом. Давай, хобби твоим перейдем. Чем занимаешься, чем увлекаешься, что любишь делать, что не любишь? Ну, увлекаюсь видеомейкингом, собственно. Делаю различные видео по, ну, из жизни с камерой или там по играм. Ну, что-то такое, не знаю, что просто как под настроение, так скажем. Расскажи что-нибудь из своих работ, что именно сделал. По батле что-нибудь было... делаешь? Было что-то типа подкаста по батле, ну, как обычно, собственно. Ну, и было пару смешных монтажиков, там, GTA 5 или где-нибудь еще, вот. Ага. GTA 5, значит, играешь, да? Да, на PlayStation 3. PlayStation 3. Чисто. Ага. Как нашел мой канал? Почему решил мне написать, связаться, поиграть? Ну, нашел я твой канал, собственно... Благодаря Ютубу. Ну, логично. Ну, канал я на Ютубе. Возможно, зашел на твой канал случайно, а потом как-то, ну, быстро вышел. И бывает такое то, что вот остается на главной странице, то есть пишут какие-нибудь, типа, рекомендуемые, да? Посмотреть, вот, допустим, что мне рекомендуют. Вот зашел, увидел, мне понравилось, честно говоря. Увидел, что неплохо играешь. Ой-ой-ой-ой. Тебя он тоже... Держись. Живи. Убей его. Ты лег, да? Да. Вот. Ну и таким образом, собственно, нашел тебе. Угу. Какое первое видео было, которое ты мне увидел? Первое видео это первая запайка. Первая запайка? Да. Ничего себе. То есть я так вот, которое рекомендованное было для меня, то как бы я посмотрел. Ага, вот. Понятно. Ну давай перейдем к твоей геймерской истории. Давай. С чего начал играть вообще и как пришел в мир игр? Начал играть с того, что бывало ходил там к дяде в гости или куда-то еще, а у него был как бы компьютер. Он там бывало играл в различные игры. Я еще не особо разбирался, поэтому играл в что-то типа карт или пинбола на Windows. То, что там самое такое обычное, но потом... из таких уже более крупных игр начал играть в Doom 1 и вот такие похожие игры, там Half-Life и так далее. Меня опять снял тут этот крысёныш Азраэль. Вон снизу они, снизу. Там. Черт. Я там минус 3 я сделал. Я пытался по улице пройтись, но там кемперасты. Тут везде какая-то месиво. А, уронили уже башню, да? Угу. А, может штурманем вот здесь прям? Черт, я сдох. А, ты уже штурманул, да, получается? Ну да. А я все-таки попытаюсь пройти. Давай. Так, сейчас я к тебе, блин. Ну, я давай их с собой забрал. Попробую за
за штурмовика, что ли. Так. Попробуй. Так, а по первой твоей игре поговорили, какие серьезные игры отмечешь в своей жизни, которые повлияли на твою жизнь в целом, как на геймера и вообще? Ну, такие игры, как Alan Wake и Heavy Rain, и вот тому подобные игры, потому что, не знаю, из-за них я как-то начинаю думать по-другому, не знаю, но они мне очень нравятся, и с таким бывает грустным сюжетом игры. Heavy Rain любишь? Да-да-да. Heavy Rain. Очень понравилась игра, честно говоря. Я тоже помню, брал консоль у соседа и покупал отдельно эту игру, чтобы сыграть. Тогда еще не знал я, что существуют такие вещи, как летсплеи. Да и не хотелось смотреть, хотелось прочувствовать, как оно все. Потому что, как бы там, не знаю, ты стоишь за выбором и чувствуешь себя виноватым, если что-то не так пошло. Да, давай-ка командную игру покажем, пойдем опять на улицу, попробуем этих пимперасов пробить. Да, сейчас они... получат тварить, что они там засели. Они меня злят уже там. Есть что, я с аптечкой. Ну и ты тоже. Я тоже давай. С аптечкой. Разберем сейчас с ним. Оба. Меня что бесит на этой карте? Вот здесь на улице, здесь, когда со снайперки целишься, обычно все белеет, к черту. Правильно, если бы не белело, вообще бы от них покойника какого-нибудь. Меня он сложил. Меня тоже сложил какой-то он. Что-то дерзкий. А меня с миномета. У меня вообще не получается играть. С миномета как-то вообще, не знаю. С миномета? Да, меня с миномета. Да, они там расставили своих. Даже такие извращенцы есть здесь. Да я тоже так делал, честно говоря. Да. Блин. Штурмовать надо, я не люблю вот так вот стреляться в проходе. Я люблю забежать туда и либо сдохнуть там, либо... Я обычно по улице сзади обхожу, но сейчас как-то вот не урожай. Очень тяжело. Ты пробежал, что ли? Да, я пробежал. Вот ты монстр. И шухер навожу, и меня с подстволки там убили. Блин. Капец, тут мясо. Надо вдвоем забежать. Ты через левую, я через правую. И там... Сейчас что-то более скорострельное возьму. И там устроить атом. Что-то типа АЕКа. АЕКа, возьми АЕКа. Резайся на мне, там мне. Я на так, тебе сейчас. Вот ты через левый узкий, а я через правый узкий. Хорошо, давай. Погнали. Давай, пошли. А, граната вражеская. О, блин. Меня сложили. Меня тоже. Я даже не увидел, кто. Это как-то... А, вон там, он лег. Нет, это нормально. Надо, может, что-то такое... Нормально. Я повторить предлагаю. Чего ждать-то? Куколку, может, твою взять. Дробовик, не знаю, что там. Возьми дробовик, можно, кстати, да, разложить. Поздно. Давай, погнали. Берем. Пошли. Раз граната. Давай, пошли. Два граната. Пошли. Тут наши зашли. Респаун, рисаю чувака. Все, мы тут зашли. Ау! Выбегай! Я тут их положил просто. Черт, меня с... А, с Катей убили. С чего убили? С М320. Да она просто, блин, бесит это оружие, честно говоря. Все, держись. Все, убили меня. Ну я там ему устроил собакам. Давай еще раз. Давай, сейчас еще раз ворвемся. Давай, спонсор, на мне быстрее, иди, черт. Блин, а у нас, а наш парень трус, смотри, в отряде с нами, он не хочет врываться. Он разлегся тут, на, вот тебе аптечку. Это не дай как бог... обычно, эти кемперасты. Ненавижу кемперастов в отряде. Так, я двоих опять положил, и опять меня с подстволки. Не знаю, блин, с чем идти. С чем? Наверное, с пулеметом, правда, у меня пулемет. С чем-нибудь пойди. Так, мы отвлеклись немного от темы. Да, ну, хотя да. Не отвлеклись, это нормальный азарт игры. По играм, какие ждешь игры в этом году? Игры жду, не знаю, я думаю, много людей ждут эти игры, на самом деле. Тоже что-то с такой тематикой, как там Heavy Rain, вот. Ну, и что-то с открытым миром, где то есть надо думать. Это, конечно же, Watch Dogs и Division. Watch Dogs и Division, да. Что ждешь от Watch Dog'а? Ну, знаем, конечно, что ты там ждешь, ну, и я тоже... Красивые графики, собственно. Нет, графику оставим уже позади, это стандарт для наших времен. Что именно такого тебя привлекает в ней? Хакерство? Ну, нет. В принципе, открытый мир. Открытый мир, то есть что-то похожее на GTA, то есть где ты можешь сам думать... Куда ты побежал? Ты заговорился и побежал. Иди сюда, врываться опять будешь. Я просто... Да, вот. Где ты можешь сам, собственно, решать, что тебе делать, что... Блин, да я подхожу, я не вижу ничего. На аптечку. Блин. Ничего не видно.
Вот. И пауза. А Division? Они, не знаю, немножко схожие, но немножко... Ну и сильно различные. Division чем-то похожа на DayZ, но она тоже, собственно, с открытым миром. Ну и тем более игры там про выживание тоже довольно интересны для меня. Вот, и поэтому Division тоже, конечно, жду. Тем более там показали какой-то там особенный кооп. Не знаю, будет ли он такой, оправдаются ли мои желания. А Division, по-моему, также выйдет и на компьютерах, да? Ну, как я знаю, вроде бы да. Правда, не знаю, отложат это опять эти свои релизы. Ну, блин, да пусть сколько хотят откладывают, лишь бы по-настоящему качественный продукт выпустили. Блин, меня РПГ-хи долбанули, они вообще там охерели все. Я не хочу что-то туда идти, я боюсь. А я хочу, что ты боишься, пойдем. Сейчас, кинь аптечку. Я кинул. А, все, у меня фу хп. Во, видишь? Зашел. Зашел, ворвался называется. Так, сейчас давай на счет 3 попробуем. Погоди, я на счет 3 сначала резну, а потом уже попробуем. Ну, по нашей тактике давай, короче. Разберемся. Давай. Раз, два, три, погнали. Я взорвался еще до забега. А я зашел, 2 метра прошел. Ну, у нас... У меня там парень стоит, СМ-249. Хорошо раскладывает прям. Откидывает. Блин, ты сдох. Сейчас попробую тебя резнуть. Да не надо, ты что? Боевой медик. Ты что, никогда не резаешь в таких условиях? Там стоит слева трое, впереди четверо. Ну я же боевой медик. Боевой медик. Ты медик-псих скорее, а не боевой медик. Нараж. Ооо. Блин, тут вообще я подхожу к этой херотени, меня сразу срубает там. Дымовухами своими закидывают, блин. Ух ты, смотри, один ворвался, такой же, как и мы. Видал? Такая же кровь. Нараж! Давай, я с правой стороны пошел. Не, нам надо в одну врываться. В одну чёрт, сторону. Реально. Слева очень много народу, и там надо их с просто... С дробовиком. Я думаю, дробовик возьму сейчас. Черт, я был. Был. Вот у нас кемперас тоже вот лежит, ему хорошо. Вот, ничего не надо. Есть ли снайпер какие-нибудь с тепловым прицелом? Есть. Вот тут хорошо с ним залечь, там дым, ничего не видно, а ты с ним как бы сквозь. А тебя гранатами забьют. Да я понимаю. Ну где-нибудь, может, вдалеке. Вон, два. Я боевой медик. Двоих сразу зареспавнил. Ой, вот это... Что-то я неудавшийся штурмовик. Я думал... А, бери. У меня... То есть не штурмовик, а поддержка. Я думал, у меня этот, как его... Пулемет в руках, а у меня, оказывается, в руках мтар. Давай, я за тобой. Пошли. А пофигу. Там такие ребята сидят, которым похер во что стрелять вообще в принципе. Они просто. Они просто проход херачат и. А я знаю, что я сейчас сделаю. Возьму я, короче, эту зажигательную гранату, подбегу туда, кину туда, прям где они лежат, и отбегу обратно. Да, да, можно. Смотрю, что получится. Ну да, все время, когда я играю, мы рашим, а не противник. Не знаю, я никогда, честно говоря, не сидел. У меня такая история происходит обычно на. На заводе, вот самый явный пример это завод. Побежали по улице. Давай, мы вот, вся суть нашей игры сводится на захвате в том, что мы периодически выбиваем кемперастов с крыши завода. Постоянно мы это делаем. Они засели там, мы прилетели, кемперастов всех переложили. Ну, естественно, мы там не останемся сидеть. Нам что, делать что ли, нечего сидеть и ждать, когда кто-то нам придет. Нам-то надо прийти и убить самим кого-нибудь. Блин, никто не прикрывает. Я сзади. В их интересах просто засесть, найти удобную позицию и оттуда отстреливать. Блин. Так, тебя вынесли, лол. Сейчас попробую возразить. С клеймора причем. Можешь, я почти пробил там. Ай-яй-яй-яй. Он сзади стреляет. Продержись, или ты умер. Я держусь. Со мной Менеси. Хорошо, нам надо туда глубже пройти. Вон они сзади обходят. Минус дал. Все, хорошо. Неплохо. Хорошо, идем. Давай, пробуем. Там захватим, а давай. Нет, а не трогаем. Вообще не трогаем. О, я новый дробовик открыл. Вообще не трогаем, а чтобы они не заметили, что кто-то есть на этих точках. Тогда ладно, давай. Мы просто сейчас зайдем к ним в спину. Там пошел один чувак на... Первое дело. Я вот когда это... Обычно люблю вот на... Как ты сказал... На заводе обычно люблю, потому что никто не знает, что можно как бы залезть, открыть люк именно руками. Поэтому я залезаю туда, и они не ожидают, я их убиваю все время. Вот. Так.
Чё там, ой, мы... Блин, давай. Блин, меня тоже убили. Я неправильно... Мы все правильно сделали, но неправильно вот здесь начали штурмовать. Так, мне на улицу хочется обратно идти. Мы... Хороший заход. Если наши понимали, чем мы думаем, вот, видишь, у нас два императора в отряде. Они не подумали на нас резнуться. Вообще, логики никакой абсолютно. Я, конечно, извиняюсь, если кто-то будет смотреть вот это, но это так и есть. Нахера вот здесь сидеть на сошках и стреляться, когда можно выйти, зайти в спину, устроить там такую жесткую подлость и нагнуть там... Да. Сейчас небольшую паузу, окей? А, кстати... Мы вообще немного с тем сбились, короче. Кстати, да, у нас заканчивается карта, и давай свои пожелания для зрителей, которые смотрят этот выпуск. У тебя осталось 10 тикетов времени. А, черт. Хорошо. Желаю, короче, всем удачи, всем счастья, здоровья, чтобы продолжали смотреть Схемова, помогали также ему продвинуться на Ютубе, и, собственно, пусть занимаются тем, чем любят. Что ж, да. Вот мы с тобой выиграли путем невыносимых просто усилий. Спасибо, что пришел ко мне в гости. Отлично. Был рад с тобой познакомиться, да, и пообщаться. Всем до встречи. Хорошо. Тебе тоже, да, спасибо. Тебе до встречи, всем до встречи, всем пока.